Всем привет, меня зовут Бойко Александр, и сегодня я хочу поговорить с вами об инвестировании. Как это делать, какой у меня опыт в этом, ну и так дальше. В общем, для начала хочу сказать, что инвестированием занимаюсь ближайшие последние 3 года, где-то, может быть, 3,5. Прошел много компаний, которые так или иначе приносили доход, ну и рано или поздно, конечно, закрывались, такие как WebTransfer, Helix, то есть там, ну, их много было, там и глобусы разные, таких компаний было много пережевано. Ну, чтобы вы понимали, вот инвестирование, вот как вот большинство сетевиков акцентирует свое внимание в инвестиционных проектах на то, что якобы вот проект хороший, есть прибыль, там какие-то там проценты, там 20% в месяц или что, вот прибыли дают. На самом деле это хайпы обычные, вот как тот же Helix, недавно умерший, в том плане, что вот сетевики зарабатывают на людях, которые влаживают деньги, то есть им не важен, будет этот проект жить, не будет он жить, то есть долгосрочный, недолгосрочный. То есть ихняя задача какая? По-быстрому людей нагнать, срубить свою комиссию и нормально, и следующий проект. Вот таких людей зачастую, как заположняк даже, у них большие команды, которые они заходят в компанию, сразу команда подтягивается, они свой куш срывают и идут дальше. Я попадался вот на такое движение, меня это не устроило. Почему? Потому что, ну, не каждый имеет большую команду, и не каждый может вот действительно там достаточно много приглашать, тем более, когда проекты сомнительные. Вот. Я хочу поговорить с вами по поводу компании Skyway. Чтобы вы понимали, есть такое понятие, как краудфандинг. Это вот народное инвестирование, когда человек имеет хороший бизнес-план, да, он приходит к инвестору и говорит, вот моя идея, вот мой план, я знаю, что, ну, вот, что это там будет работать, или вот что это нужно там. А инвестор ему говорит, хорошо, я тебе дам деньги, вот как и в случае со Skyway, как вот в случае с Юницким, что вот он дважды обращался, или трижды, вот еще в СССР он тогда обращался к правительству, что вот проплатите, да, ну, нужен инвестор. Как они сказали, как они ему отвечают? До сих пор так отвечают, что вот, да, не вопрос, мы тебе денег дадим, только вот 51% акций наш, то есть контрольный пакет акций наш. Человек, который работал 50 лет над идеей, разрабатывал, трудился 50 лет, но ни за какие деньги не согласится контрольный пакет акций отдавать. То есть ни один нормальный, трезво мыслящий человек не отдаст свое детище какому-то тяжелосуму. Поэтому и придумали вот такое понятие, как краудфандинг. Это сбор средств на реализацию проекта с помощью ну, как скажем, незначительных платежей, то есть с миру по ниточке, и можно клубочек связать, вот в таком плане. Почему верится в компании Skyway? Потому что, во-первых, лицо, которое создало эту компанию, доктор наук, там я профессор, я не буду за него рассказывать, кому интересно, напишите, Юницкий, почитайте про него, там много чего в интернете сейчас пишут. Моя задача объяснить вам то, что сюда стоит вложить денежку. Вот мы покупаем зачастую там, да, мобильный телефон там какой-то там за 5-10 тысяч гривен, ну в долларах 200-300 долларов, да. И что мы с этим телефоном делаем? Ну там фотографируемся, звоним, у меня он телефон там гривен 200 стоит, ну грубо говоря 12 долларов стоит. И ничего, меня устраивает. Моя инвестиция в будущее, то есть Skyway. Я вместо того, чтобы купить телефон дорогой, я покупаю акции Skyway, которые я уверен. Вот они за последний год, чтобы вы понимали, если раньше на 1000, вот год назад на 1000 долларов можно было купить 300 тысяч акций, то сейчас вы купите на 1000 долларов 120 тысяч акций за год. Вдумайтесь сами,
на 250% акции выросли в цене. И это еще они не выпущены. То есть еще не достроен полигон. Вот они уже достраивают полигон, обязательно достроят. Но как бы в такие проекты. Ну, вот сколько проектов я уже перебрал, вот, ну, я не буду их просто все перечислять, их там столько много было, по 100 раз запускались, а, вот, но подобных, вот, как вот Skyway, я еще не находил, как бы есть подобные, но вот именно отношения, стратегия, и вот самое главное, то, что они осуществляют. Вот они говорят, что вот мы там начинаем строить, там, да, они вот там такого-то числа, они так и делают, такого-то числа они начали уже строить. Они уже, чтобы вы понимали, полигон там уже практически достроен. Сегодня у нас 15 марта 2017 года, обещают к концу мая уже достроить первый испытательный полигон струнного транспорта, да, вот это вот Skyway. И в принципе, я думаю, уже после строительства уже закроется возможность покупки акций. Поэтому я призываю вас всех, у кого есть такая возможность, не надо покупать на 1000 долларов. Есть рассрочка, там, $25 в месяц на 10 месяцев, 25 тысяч акций. 25 тысяч акций, когда компания выйдет именно на мировой рынок, когда они вот все документы проведут, когда они вот все сделают уже, когда будет построен полигон, достроен, пройдут все испытания, акция одна будет стоить, начальная цена, от $1. Сейчас вы можете купить за $250, грубо говоря, 25 тысяч акций, $25 000 купить за $250. Ну, подумайте сами, либо же там ущемить себя где-то там, не забухать лишний раз, или там не покурить сигареты, или там лишний раз не сходить в кино, зато сделать инвестицию, которая позволит вам в будущем нормально себя чувствовать в этом мире материальном, материальных ценностей. Вот, что еще хотел сказать, что инвестируя в Skyway, даже небольшую сумму, мы покупаем себе долю. Ну вот как вот, как сказать, вот если бы вы сейчас знали, что вот если бы вам сейчас предложили купить акции Фейсбука по начальной цене, когда вот он еще не был раскрученным, там, или же компании Apple, то есть взять акции, да, купить, по цене, которая вот стартовая цена была изначальная, то есть до того, как она сейчас вот цены эти вот на акции выросли. То есть так само и Skyway. Skyway — это многотриллионная компания в будущем. И быть в доле этой монополии транспортной, которая просто, можно сказать, похоронит и как перевозки поездами и фуры, вот это вот все, оно отпадет на задний план, потому что, во-первых, экономия какая, вот посмотрите там, кому будет интересно, посмотрите, полистайте затраты вот на проезд, ну вот, грубо говоря, даже на строительство вот дорог, там оно в 1000, в сотни тысяч раз дешевле обходится, чем строительство любой другой дороги, там вида дороги, то ли это асфальт, то ли это железная дорога, то ли это там, я не знаю, еще какие-то виды дорог. Вот именно по стоимости строительства, по стоимости проезда, вот очень будет дешево. Ну, грубо говоря, сейчас вот я приглашаю вас стать совладельцами одной из самых мощных, самых сильнейших компаний будущего тысячелетия. То есть, ну, кому непонятно, кому недоступно, как хотите, купляйте дальше телефоны, телевизоры, автомобили.
вместо того, чтобы купить акции. Я сейчас вот, ну, чтобы вы понимали, я в этом интернете сидел, столько всего работал, зарабатывал, что... ну, по большому счету, чтобы вы понимали, был минус по деньгам в большинстве проектов. Почему? Потому что до конца хотелось верить, что все-таки вот идеи хорошие бывают. Даже вот взять, в пример, тот веб-трансфер. Идея, ну, великолепная. Реально, можно было бы подогнуть весь мир под эту систему, под систему веб-трансфер. Но оказалось так, что создатели этой компании оказались маленькими людьми с маленькими целями, которым хватило там пару миллиардов долларов, которые они там украли, можно сказать, у людей. Вместо того, чтобы заработать триллионы, они обошлись вот миллиардом, закрылись там буквально через год своей работы. Хотя за год собрать 6 миллионов людей, то есть активных пользователей, которые влаживают, инвестируют. 6 миллионов инвесторов за год собрал в веб-трансфер. Просто вот из-за того, что амбиции руководства компании занижены, вот поэтому и сама компания лягла. Хотя можно было бы, реально можно было бы под этот веб-трансфер закосить весь мир. Ну, со Skyway, думаю, такого не случится. Почему? Потому что Юницкий, ну, человек серьезный и внушает доверие. Вот даже просто вот посмотрите на него, посмотрите в его глаза, почитайте вот, что он пишет, как он думает, какие у него работы есть. Вообще, просто полистайте, вот посмотрите, что это за человек. То, такому человеку, я считаю, можно доверять. И нужно. Поэтому давайте вот, ну, думайте, а еще лучше влаживайте, покупайте акции, подписывайтесь вот под меня, пожалуйста, на, подписывайтесь на мой канал, буду по мере возможности вылаживать, но новинки видео, то есть, ну, отслеживать вот это вот, все вот эти вот моменты, то есть, поэтому давайте, милости просим, вы не пожалеете, благодарности не требуется.